коридор. Справа получается вход на кухню. Здесь место для еще одного санузла. Так, это у нас кухня. Так, через кухню вход на балкон. Собственно, сам балкон. 3 квадратных метра. Довольно-таки большой. Это вид из окна. Панорамный вид на Москву. Значит, возвращаемся в коридор. Дальше. Первая комната. Окна в ту же сторону, что и на кухне. Тот же вид. Дальше по коридору получается прямо напротив ванная. Здесь она предполагается уборная. Должна быть. И далее комната с левой стороны. Здесь уже окна выходят во двор. И справа комната.